В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, обильным снегопадом, прокуроры приступили к проверке исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. За последние сутки увеличилось число аварий в регионе. В первую очередь аварии произошли в северных территориях. Магдагачинский, Зейский район, Свободинская трасса, в Благовещенском районе также зафиксированы факты ДТП. За последние сутки в регионе зафиксировано более 50 фактов дорожно-транспортных происшествий. По каждому происшествию прокуроры проводят проверки, выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают виновных лиц. Прокуроры в ходе проверок дают оценку действиям организаций, которые задействованы в уборке дорожного покрытия, проверяют достаточность привлекаемых ими сил и средств, достаточность техники, которая выходит для уборки автомобильных дорог. На особом контроле находится вопрос транспортной доступности к населенным пунктам, расположенным в Селимжинском районе. В связи с неблагоприятными погодными условиями нарушилось транспортное сообщение с рядом населенных пунктов. Прокурор района взял на контроль вопрос обеспечения граждан, проживающих в этих населенных пунктах, продуктами питания, предметами первой необходимости, а также вопрос оказания этим гражданам медицинской помощи. По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования, в том числе будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.